Ну что, друзья, началось. Сегодня день экспирации, четверг. Экспирация по индексу РТС, по опционам на индекс РТС. И в предыдущем видео я сказал, что у меня заряжено там очень-очень серьезно все. Я ожидал падения. Я показывал, что там минус 14, по-моему, было. Ну, вечером было минус 16 по дельте. Сейчас уже совсем другая ситуация. Биржа открылась только что. Ожидаемо индекс РТС упал. Смотрим сюда. Так, включаю, ну, буквально минутный график, потому что сейчас 10 часов 13 минут. Вот, индекс РТС на открытии упал, потом поднялся, снова упал. Вот, и падение продолжается. Смотрим, что у нас с долларом. Доллар ожидаемо приподнялся немного. Вот, так, РТС упал, Brent упала. Вот у меня, видите, стратегия, ну, здесь кондор любимый на Brent, здесь все хорошо вроде бы. Вот, возвращаемся к индексу РТС, который у меня сейчас в фокусе. Смотрим, свободно 3437 рублей, вариационная маржа 21540. То есть, ну вот, добавилось немножечко. То есть сейчас 160-170 тысяч у меня на счете. Тета у меня чем ниже, вот на 11-100 у меня тета на максимуме. Ну, то есть тета-распад у меня пока еще подкачивает, поэтому будем смотреть. Тета у меня будет на максимуме где-то вот... Ну, судя по всему... О, вот здесь где-то. Вот она, тета на максимуме. Вот. Ну, то есть, до этого момента особенно закрывать нам нечего. Никакие позиции. Так, смотрим, что у нас можно сделать. У меня крайний слева это put 107500. Крайний справа call 117500. И то, и другое уже практически распадается и продать невозможно. Так, здесь у меня 110 тысяч пут минус 29. Текущая цена, ну, за 20 рублей я его не выкуплю. За 30 рублей я его смогу выкупить. Не буду я его пока выкупать. Вот. Так, смотрим. Пробуем продать. Не получается. Что, в общем-то, странно. Вот, здесь точно не получится, потому что у меня дельта отрицательная. Я ее пытаюсь сделать еще более отрицательной. О, получилось. Так. Почему получилось? Потому что у меня путов минус 29, здесь плюс 11. А здесь минус 40 и плюс 43. Именно поэтому и получилось. Продаем. Так, ну, боюсь, что это все, что я смогу сделать. Видите, 1796 осталось. Давайте попробуем еще один продать. Call. О, получилось. Еще один продадим. Так. Минус 41. Здесь 155 рублей свободно. Все, у нас заряжено все по максимуму. В продаже стоит один пут. Давайте мы его снимем. Посмотрим, сколько освободится. Нисколько не освободилось. Так мы его и оставим тогда. Вот так.
Посмотрите, индекс РТС пошел вверх, у меня уже вариационная маржа плюс 16, а было только что плюс 21. То есть 5000 я потерял по вариационной марже. Но события будут развиваться, я буду немножечко корректировать. Я думаю, что я еще буду выходить сегодня в эфир, потому что ну, все это очень интересно. Сейчас поставьте, пожалуйста, лайк, ждите следующего видео. До встречи. С вами был Демятков Юрий.